Мое мнение чисто такое, вот мы готовы принимать и жалеть их, а вот не готовы решать и вовлекать, и приглашать самим. Например, даже в аэропорт мы слышим, да, там какая-то авиакомпания не пустила там инвалида, например, за то, что там он был один без сопровождения, например. Недавно было, пару лет назад здесь. Я не помню, какая это. То есть скандал был огромный, он судился. Вот я, конечно, историю до конца не знаю, как завершилось. Вот. То есть у нас есть жалость к ним, к сожалению. Но инвалиды не хотят жалости. Вот. Инвалиды хотят только одно. Не надо им, мне кажется, у меня есть друг инвалид. Вот. Он говорит, не надо помогать. Надо просто воспринимать, как просто. Вот его зовут Сакен, да? Вот. Все, его надо Сакеном, а не инвалидом. Это для него больше приятно, чем... Вот. Как можно инвалиды решать вопрос? Это медицинский путь, это путь. Пусть этим, конечно, государство занимается, но мы, люди, должны себе воспитать ту тенденцию, что мы тоже могли бы стать их частью. Она наша часть. Почему мы должны их отвергать? Ну, мне кажется, нам надо поскорее это как бы перейти и поскорее как бы забыть. А вот некоторые предлагают нам надо день инвалидов сделать, популяризацию сделать и так далее. Но мне кажется, это мое мнение, это не решение проблемы. Ну да, день инвалидов соберутся там, кого-то там поздравят, кому-то цветы, это, и на второй день забудет просто, да, опять это бюджетные деньги, опять это, ну, как бы, да, кто предлагает просто, я думаю, эти люди просто, у них чувство, мне кажется, собственное достоинство, мне кажется, чуть не хватает. Но, может, они хотят помочь, но надо другим способом помочь, как бы, да, я приветствую таких людей, которые хотят, вот, есть везде такие сообщества инвалидные, как бы, да, которые создаются для этого, а некоторые создают, чтобы ну, как бы, да, своих использовать в своих целях, вот, как бы, коммерческих путей или каких-то путей, чтобы льготы были, и это были. Это тоже, конечно, неправильно, слишком цинично, как бы. И мне кажется, и простой путь — это просто его принимать, вот, Саша, все, не инвалид, вот с этого надо начать, по-простому, это мое мнение. Вот тогда мы победим его, как бы, да, и они победят. Им не надо от нас жалости, честно. Вот проходим, говорит, метро или так, не надо их жалеть, мне кажется, надо, наоборот, просто их воспринимать как среди своих, потому что ты тоже можешь стать частью их, потому что она часть твоя была в свое время, она осталась так же. Вот просто надо перевоспитать это, свою вот, субкультуру внутреннюю, что инвалид тоже твой человек. Вот я же говорю, вот друга мы когда лечили, мог остаться инвалидом и так далее, вот. И мы не бросили, потому что мы пережили, потому что мы почувствовали, а вдруг завтра я, и а вдруг завтра он. Поэтому надо этим сообща бороться. Вот.